Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами канал Зар71, с вами Артём, будем проходить Grand Theft Auto. Да ладно. Hey, Jim. Good to see you, man. What's the trouble? Take a guess, bro. Might have something to do with those cops that pulled one over on us. I figured. The way I see it, we got two choices. Either we buy a big tub of grease and prepare to take it from these fat pigs the rest of our lives. Or we head over to the clubhouse. Close to where I happen to know they got themselves set up, and we show them that we're not quite the bitches that they think we are. Well, tempted as I am by your first option, I'm gonna have to go with the second. I figured you'd say that. Lead on, James. Like the feel of a fully automatic pistol in your hand, you son of a bitch. В этой миссии нам надо приманить копов, которые будут они, в общем, там в каком-то месте будут стоять. Нам надо к ним приехать и заманить их в одно место. И там мы с ними будем перестреливаться. Это как бы месть копам, блин, как бы их не навлечь до миссии. Блин, что-то мне как-то реально с FPS. Не, у меня, в принципе, он 50, но у меня падает он 37. Так, сюда надо подъехать. Так, вот эти копы. Нам, кстати, дали вот этот пистолет. Этот пистолет появляется только в Таладе. Больше его, ну, даже в Табоксе его нет. В общем, становимся на эту метку и ждем. How you doing? Hey, McCornish, Fat Purpose brought us a present. No, I forgot how stupid looking this guy was, Matthews. You think he's smart enough to realize that we got expensive tastes? What do you got for us, Mo? Oh, exactly what you asked for. Well, all right. Hey! There you go. Come on, man. Так, теперь валим убежище. Подождите, кое-что настроим. Так, валим. У нас, кстати, довольно-таки мало ХП, советую броню закупиться перед этой миссией. Кстати, я понял, почему у меня FPS так провисало. Потом скажу, когда приедем. Пока что слушаем разговор. Да, это не помогло, кстати. Бред какой-то. А, понял. Я записываю просто на один диск, на котором у меня... На тот диск, на котором у меня игра находится, и поэтому из этого, наверное, лагает. Я вообще, по-моему, не в курсе, почему у меня игра лагает. Извините, что я так скучно говорю, потому что... Сейчас, ну, сейчас уже день. Так, в принципе, у нас тут уже 53 FPS. Теперь нам надо убить этих копов. Так, в общем, становимся вот сюда. Прячемся вот за эту штуку и отстреливаем копов. Блин, свой же задел. Ладно, пофиг. Наверное, не сильно. Ну, извини, чувак, если что. Лучше всего хэты им ставить. Вот. Блин, у меня не получается. Вот так вот, в принципе, отстреливаем их. Они все в броне. Вот так вот, не торопясь, их гасим. Уж все. Хэдшот. Блин. Сейчас загасит. Ё-моё. Прячемся. Да ё.
Вот, в принципе, минус один. Можно с дробовика их погасить, по. О, уже машина загорелась. Так, валим. Да ты поаккуратнее. Видишь, у меня здоровья мало. Садимся на байк и едем отсюда. Блин, мне что-то подвисло. Кстати, что-то у нас звук. Давайте звук, что ли, погромче сделаем вот так, хотя бы. То вообще как-то не громко. Надо ничего не слышать. Хотя, может, мой голос сейчас будет плохо слышно. Эзэ. Так, нам надо потерять хвост копов. Лучше всего вот сюда вот становимся. Блин, копы секут. Опять в зону попали. Так. Будем ждать, пока не проедут, это очень опасно. Все. Мы получили 2000, миссия выполнена. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, пока.